Вот, ребятки, началась вторая часть, потому что я нечаянно... У нас закончилось видео. Ладно. Нечаянно. Я добавила сюда, как в первой части я добавляла лимонную кислоту. Добавила я туда... Тебе не... Ну, у тебя... Ладно, добавила я туда 3 ложки лимонной кислоты и... 3,5. Краситель я добавлять больше не буду, потому что у нас реакция идет. Соды я тоже добавила. А, Также как лимонную кислоту. И теперь добавим с вами кофе. Я это Nescafe Gold. Видео идет, смотрите прям. Вытру ложечку, потому что после соды это кофе. У меня кофе очень мелкое. Вот так, целую ложечку, смотрите. И будет запах кофе. И как раз будет цвет. Надеюсь. Нет. А давай еще мыло добавим? Мыло. Давай йогурт тоже. Вот, смотрите, какое коричневое. Ну, давайте добавим тоже ложку. Вот, 1,5 пшика. Это, то есть, целая чайная ложка. Видать? Угу. Вот так. И выливаем. То есть, вот так вот наклоняем. Вау, цвет уже придается какой-то. Вот такой цвет, вау. Мне нравится. Мне кажется, фу, кофе как запахло. Мне кажется, даже воды не нужно будет добавлять, да? Mm-hmm. Нет, вроде бы на кофе реакция не идет. Что, пахнет? Mm-hmm. Пахнет очень сильно кофе, но я надеюсь, это хорошо. Прям такое, как... Телевизор выключила? Да. Это все так тщательно. И смотрите, у меня коричневый получился. Ой, ну этот получился... Че? Я пойду посмотрю. Ну это получился у меня... Только давай быстрее. Телевизор оставил включенным вообще. Я думаю, ты меня просто так вывезли. Как кофе не все. Зачем ты дверку закрыл? Вообще так. А что это получилось такое? Он еще. Ну все, вот такое у нас тоже получилось такое же. Вау. Воздушный такой же пенистый. И хрустящий. Теперь как лизуна, это надо все умешивать, короче. Нет, не надо это все вымешивать. Ой, застывает уже, да? Угу. Вот. Это намного мягче. А, ты такие будешь делать? А ты как думал? А я в чем буду делать? Тут. Где? Вот тут. Я в одной буду делать своей. Нет. Почему? Другие формочки тебе возьму. Почему? Там. Не. Да. Mm-mm. Я еще, ребятки, не знаю, что получится. Блин, реакция тоже идет. Да почему, блин, на всех у меня реакция идет, а? Блин, смотрите, все. Ну, берите. Может, попробовать зубочистку все проколоть, чтобы воздух туда-сюда не ходил. Смотрите, вот. Ведет еще идет? Угу. 3 минуты. 4 минуты. Утрамбовывание! Я снимаю не как ты говоришь, а как ты утрамбовываешь. Ладно, все. Утрамбовали. Вот так. Вот такой у меня медвежонок получился, довольно такой тяжелый. И ни в коем случае это не поднимайте. Вот так вот, за руки, так аккуратно, потому что так, скоординуйте все. Вот. И вот это теперь... А, сюда не хватит, да? Ну, платьишко только сделай. Нет. Ну и что? С платьишком. Тоненьким, в общем, слоем только сделаю, и все. А я здесь буду утрамбовывать. Утрамбовывать.
Запись 5 минут. Блин, не получается, как у других блогеров. Так, давай я вот так вот поставлю. Все! Ну и если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, и я во влоге. Завтра во влоге обязательно сниму, что у нас получилось. И попробуем это все. Вот, давайте хотя бы попробуем кусочек маленький. Вот такой вот сейчас. Такой маленький кусочек попробуем сейчас запустить воду. И вчера я еще делала просто без этого. С сахаром, без этого. Без лимонной кислоты. Да, тоже добавляла кофе туда. Так, вот он у нас с лимонной кислотой. И я сейчас налью теплую водичку. Сейчас я покажу. Но, блин, у меня чайник. Чайник нужно кипятить, поэтому добавлю трубу. Это я делаю сахар. Сахар, сода. Жидкое мыло. И вот все. И он тоже пахнет. И еще добавляла я туда этот. Что там еще добавляла я? На, это вот утрамбовывай. Вот так просто бьем. Если у меня будет получаться, то я обязательно буду делать разные. Прям разные. Все нужно. Так, вот. Да, все. И смотрите, я наливаю сюда. Сейчас. И наливаю сюда. О, реакция! Снимай. Давай все обсуждаем. Запускаем наш вот этот вот маленький, который с лимонной кислотой запускаем. Вау! Реакция на самом деле шла. Ну там он уже маленький до этого. Сучек будет, поэтому. И попробуем разделить вот этот. И с этого реакция не идет с сахаром. Ой. Зато все покрасило, смотрите. Угу. А я вроде бы краситель туда. Вот, смотрите, красивый. Красители я туда вообще не добавляла. Вот это вообще вот классно. Смотри, там внизу пузыречки. Видишь свет? Угу, вот они. Угу. На камеру тоже будет. Все, будем прощаться. Да, всем пока. Пока-пока. А куда нажимать? Нажимать. Да. Пока-пока. Эй.